Эй, ты! Здесь должен быть какой-то выход. Сейчас то, что ты увидел, выглядит как зло и богохульство. Но скоро ты все поймешь. Ты осознаешь всю красоту и величие того, что произойдет. Мы ведь
С тобой очень похоже, Поль. Ты страстно борешься за свои идеалы. Мы, сарацины, делаем то же самое, только идеалы у нас совсем другие. Мы вели нескончаемые войны с европейцами, но епископу удалось объединить нас под своим началом. Главное, не ошибиться в своем выборе. Ты уверен, что сражаешься за правое дело, Поль? Присоединись к нам, и твое сердце возрадуется. Мы придерживаемся истинной веры, которая объединит все религии. Твои друзья-тамплиеры уже на нашей стороне. И они сражаются бок о бок с простолюдинами. Это наш путь к истинному могуществу. И он стоит любых жертв, поверь мне. Отправляйся с нами в священный город Иерусалим. С последним жертвоприношением наш круг замкнется. Мы обретем такую силу, что сможем править всем миром. Не сопротивляйся, Поль. Это твоя судьба. И судьба прекрасной девушки Адель, которая поможет нам замкнуть круг. Нет! Хорошо. Умри! Вижу его! Взять его! Thank you.